О главном за 60 секунд. В Тюмень прилетела бронзовая призерка Олимпийских игр Наталья Кузютина. Она планирует провести мастер-классы для подрастающего поколения. Дзюдоистка Наталья Кузютина и пловчиха Юлия Ефимова получат премии от Тюменской области. Об этом на встрече с журналистами рассказал губернатор Владимир Якушев. Увадский район готов к проведению выборов. Открыты 19 избирательных участков. Началась выдача открепительных удостоверений. Вакцина от сибирской язвы поступила в больницу Заводоуковского округа. Прививочную кампанию проводят среди работников сельского хозяйства. В областной столице стартовала продажа билетов на домашние игры хоккейного клуба «Рубин». Чемпионат ВХЛ стартует 8 сентября.